Дорогие друзья, можно сказать, вы лицезреете в данный момент кадры, поистине уникальные для нашего канала. Расскажу, как было дело. Ворона Капля обычно отдыхает вот на этом кресле, стуле. Вот, это ее личный стул. Я пришел, сел вот на этот диван и начал читать сообщения от друзей канала, отвечать на письма. Сначала ворона Капля потребовала, чтобы я ее почесал вот на этом стуле. Я протянул руку, почесал ей макушку, да, а потом она подошла вот сюда, прыгнула ко мне на подушку и сказала, мол, чё расселся, продолжай меня чесать, чеши меня уже теперь здесь. И вот я сижу, одной рукой отвечаю на письма, другой чешу ворону Каплю за головой. Поистине уникальные кадры, потому что все вы знаете ворону Каплю как такое шабутное создание, которое все сносит на своем пути. Вечная непоседа. Видите? А вот сейчас вот так вот пришла и сама попросила внимания. Это очень приятно, потому что, ну, знаете, я всегда ворону считал, ну, по типу кошек. То есть я нахожусь в их услужении. То есть я существую для того, чтобы дать воды, дать еды, ну и убрать в клетках, ну и в принципе все. Больше я ни для какой цели не служу. А здесь вот ворона подошла, это очень приятно. Действительно, любовь. Не буду утверждать, но вот в этот момент я действительно почувствовал, что я ей нужен. Очень приятно. Очень приятно вот такое осознавать, такое чувствовать, когда животное, и не просто собака, да, которые научили нас понимать еще с древних времен, а ворона. Ворона, которая по своему нраву злопамятная, хитрая, довольно-таки жестокая. Вот, подошла как милая кошка и затребовала внимания. Это действительно очень приятно. Видите, она даже на лапки присела. Не в полный рост стоит. Ну, Капля, Капля. А ты не хочешь вернуться-то на свой стул? Ворона. Видите, усыпает. Засыпает ворона Капля. Удивительно. Такое действительно происходит очень редко. Одно дело, когда сидит на своем стуле, на спинке, либо вот на этих, на боковых, общается там, разговаривает. А здесь прямо в кровать. Капля, ты играешь роль такой кисы. Позвал ее по имени, и она прям подошла. Что-то крякнула, каркнула и на подушку. Капля, возвращаться-то будешь? На спинку стула своего. Да нет, здесь уснула. Ну, дорогие друзья, я желаю, чтобы ваши домашние питомцы и животные отвечали вам взаимной любовью. И не просто использовали в своих корыстных целях для того, чтобы покушать и еще что, да, а действительно отдавали свою любовь. Желаю, чтобы вы чувствовали то, как вы нужны вашим домашним животным. Ворона, ворона, ты уснула, все, да? Ну, оставайся на подушке спать, что ж так. Раз тебе удобно, оставайся. Зажирнил я твое шикарное оперение, да?
Капля, люди не поверят, что это ты. Они знают тебя как ураган. Точно не поверят. Напишут, а куда ты девал каплю ворону? Это вроде похоже, но это не капля. Может, ее сестра? Может, ты от нас прятал сестру свою? Ворона капля не такая. Она б тебя уже клюнула. Она б начала уже ругаться, каркать. Да. Чуй, что ты там делаешь? И все. Вот на такой прекрасной ноте ворона капля покакала и вернулась на свое место. Так, а еще у меня сбилась фокусировка. Капля. Ворона. Когда ворона так машет крыльями, это тоже признак того, что она требует внимания. Ее надо почесать, с ней нужно поговорить. Капля. Капля ворона. Все, ворон. Капля, ты знаешь, сколько уже времени прошло? Я тебя уже час чешу. Вот видите, она ободрилась. Наклонила свою прекрасную перьевую голову и требует внимания. Но все-таки какая, как она обожает эти почесушки. Вот она вечно готова вот так вот. Ну посмотрите, все. Делайте со мной все, что захотите. Главное, не переставайте чесать. Это хочется, как из мультика, знаете, сказать. Прелестно, прелестно. Что-то ворона капля. Ты моя ворона капля, а я твой блудный попугай, да? Ну... Или я тот жирный кот? Тот большой жирный кот из блудного попугая. А может Вовка? Вовка! Кеша вернулся. Так ты мой Кеша, может, а? А вы не были на Таити? Таити. У нас и здесь неплохо кормят. Ну, ворона. Ворона, ты сейчас вырубишься, ты понимаешь? Эти глаза закрыты. Смотри, со стула не сорвись. Голова перевесит, упадешь. Ворона. Капля, ты спишь? Ну, нет. Голубь с жердочки свалился, и капля сразу проснулась. Ворона, уже всем спать нужно. Это может продолжаться всю ночь, ворона. Отпустишь меня, капля? Ну, отпусти, пожалуйста. Друзья, капля намекает на то, что ей нужна другая ворона. И чтоб они друг другу так вот перышки чистили и теребили. Капля, я услышал твою просьбу, все, я понял. Для чуйки чайку, для чуйки, для чайки чуй чайку сизую. И для вороны капли.
ворону серую. Все, я вас понял. И все, дорогие друзья, я не могу. Это перьевая голова, она сводит меня с ума. Все. Спи, капля, спи. Все. Уснула. Серьезно, а так может быть? А, нет. Все, капля, не упади, пожалуйста, только не упади. Хорошая птица. Хорошая птица, кошка. Хорошая. Все.